«Орленок» в пятый раз стал местом вдохновения для юных художников. С 1 по 5 сентября в детском центре прошел грандиозный пленэр. Карандаши и кисти в руки взяли 400 ребят из 16 регионов страны. За созданием шедевров наблюдала Юлия Хворостянова. Нехорошая погода, ни даже море не отвлекает этих ребят от работы. Они готовы часами сидеть за мольбертами, смешивать краски, рисовать детали. Карандаш, акварель, пастель, масло. Каждый художник пишет в своей технике. Элина Тагирова в «Орленке» второй раз. В прошлом году она рисовала архитектуру и работала в графике. Сегодня ее предпочтения кардинально изменились. Мне нравится больше рисовать акварелью и разные пейзажи, потому что мне кажется, что это выглядит более интересно лично в моем исполнении. И лично мне больше нравится рисовать именно оттеночно. Арина Сурминова любимой техники не изменяет уже 9 лет. Предпочтение отдает графике. Девочка признается, рисовать природу в черно-белом цвете сложнее. Настроение художника нужно передать только штрихами. Это хорошая практика. Я учусь чему-то новому, рисую на природе, потому что в городе не так часто выбираюсь на природу, чтобы рисовать ее. Поэтому это, можно сказать, новый опыт. А для художников из Тольятти пленэр в «Орленке» – время экспериментов. Пишут картины в смешанной технике. Здесь полупрозрачные легкие мазки акварели перекрывают яркие резкие линии гелевой ручки. Это, по-моему, просто волшебно, то, что можно перенести то, что ты видишь, то, что ты чувствуешь на бумагу и поделиться своими чувствами, своими мыслями, запечатлеть момент, запечатлеть красоту. Ну, я хочу, чтобы вы немножко попробовали, внимательно слушали, что я буду говорить, может быть, запомнили и пытались это притворить в жизнь. Для творческого человека важно найти свою технику и выработать авторский стиль. Своим опытом с ребятами делятся знаменитые художники со всего мира. Так, на мастер-классе обладатель Оскара в сфере изобразительного искусства и лучший акварелист Северной Америки Миша Лен дает профессиональные советы по части живописи. Для меня акварель – самая важная техника. И я смотрю, что люди хотят, дети хотят заниматься и чувствовать акварель. И чем больше ты можешь дать детям, тем лучше тебе становится хорошо на самом деле. Ты делишься опытом, тем, что ты наработал в течение жизни. Мне кажется, это самое главное. Студия изобразительного творчества «Акварель». Ключевое событие пленэра – концерт впечатления, где более 300 ребят создают художественные шедевры на свободную тему под звуки живой музыки. В этом году традиционный рояль заменяют испанские мотивы виртуозной гитаристки Екатерины Зайцевой. Здесь играют испанские мотивы, и здесь вокруг моря все вот вдохновлено этим. Это очень сильно вдохновляет и дает идеи для рисунков. Я работаю масляной пастелью. Я выбрала ее, потому что ей получаются очень яркие и насыщенные работы. Конечно, я играла перед детьми, перед молодежью, но когда в таких масштабах происходит такое количество детей, и я вот отсюда наблюдаю за работами, которые они пишут. Это все такой уровень, восторг полный. Проект «Грандиозный пленэр в Орленке» – единственный в своем роде. Теперь юные художники, вдохновленные за эти 5 дней творческой атмосферой и уникальной природой детского центра, вернутся домой и напишут десятки картин. Юлия Хворостянова, Алексей Кузьмин, Аркадий Коваленко, телеканал «Орленок ТВ».